Здравствуйте, уважаемые друзья! Здравствуйте, мои подписчики! С вами Пасхаль Ивари, писатель мистики из города Челябинска, который пишет ужасные книги про город Челябинск. Смотрите, какое внимание, какой гриб! Это семейство зонтичных. Да, его, по идее, можно есть. Вот шляпку можно вот эту вот съедать, на сковородке жарить. Но суть моего ролика не про то. Вот, обратите внимание, такой подосиновик вырос у меня рядом с дачей моей. Ох, он упал. Ну, обратите внимание, это белый. Ох, смотрите, какой огромный. Слушайте, смотрите, он чистый. Смотрите, какой огромный. Вот моя рука. Вот ножик, да. Ну, кто знает, ножик бабочка. И вот такой вот. Это белый гриб. Я думал, подосиновик. Это белый гриб. Сейчас мы его разрежем. И что? Ох ты, друзья мои. Абсолютно классный гриб. Обалденный. Как зонтик. Можно зонтиком укрываться, да, как Алиса в стране чудес. Друзья мои, всем желаю таких находок и читайте мои книги, книги доктора НДН, потому что я писатель, мистик. А кто может в рабочий день, в рабочее время, да, в будние дни, в рабочее время собирать грибы и общаться с пауками? Только писатели, друзья мои. Вот такой вот прекрасный экземпляр, белый гриб, смотрите, какой огромный. Я в лесу, это полностью мои угодья. Я здесь недавно продал авторские права на свое произведение одно и на вырученные деньги купил себе 3 гектара леса. Друзья мои, я очень счастлив. Я не хвастаюсь Lamborghini, Rolls-Royce'ами, а я хвастаюсь грибами. Я простой писатель. Русский писатель. Так что, друзья мои, подписывайтесь на канал, читайте мои книги. С вами был Пасхаль Ивари. А книги под псевдонимом доктора НДН.